Колонна автомобилей проследовала по центральным улицам Анапы. В акции приняли участие сотрудники ДСАФ, ветераны и студенты. Участники автопробега проехали по местам боевой славы, возложили цветы, венки к памятникам и мемориалам погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Месячник военно-патриотической работы, он именно и призван к тому, чтобы мы подготовили молодежь к достойной смене, чтобы наши ребята смогли участвовать и в мероприятиях, и в спортивных, и в военной подготовке. Казаки подготовятся в казачьих военных делах. Поэтому месячник имеет определенную роль, не даже не определенную, а громадную роль подготовки будущих воинов. В этой памяти заложено 27 миллионов наших человеческих жизней. И, наверное, нам будет просто стыдно, если мы забудем об этом.